Ребята, привет! Я сегодня с Роем. О, а знаете... Привет, ребята! А знаешь, Рой и ребята, у меня новая игрушка Робокар Поли. Интересно. Марк! Марк! Какой он крутой, смотрите! Какой он такой спасательный. А, там еще лес, видите? Если посмотришь там. Вот, тут говорят, как его транспортировали. Тут картинка Робокар Поли. О, а вы знаете, кто Марк? Он горная спасательная машина, которая работает с Керри и Баки. Ну, тебе повезло, зло, Рой. Ребята, давайте открывать. Так. Вот и Марк, тут деревья, там вот лесо. Ну, так, сейчас я это уберу. Ну, давайте открывать Марка. Рой! Ты тут застрял? Они мешали мне достать Марк. А тебе кто мешает в этот раз? А, еще одну. Так, я должен сейчас вылезть. Ой, он крутой! Ребята, здравствуйте! Я Марк! Горная спасательная машина! Привет, Марк! Мы тебя очень рады видеть с ребятами! Спасибо! Я слушал много об вас! Они тоже такого же роста! Ну, кажется, у нас... А давай его трансформировать. Сначала Роя в машинку давайте трансформировать. Уху. Так. Так. Вот. Какой он крутой. Такая машина. Марк, давай ты. Хорошо, ребята. Трансформируюсь. Тим. И сейчас будет. Так, это дело. И сейчас вот и
Марк. Красивый такой. Какой он красивый. Смотрите, ребята, они тоже такие же. Почти. Привет, Марк. Привет, Рой. Ну, ребята, до встречи.